Всем доброго времени суток. Это школа успеха, и я ее преподаватель Полянский Алексей. На сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о формулах. То есть сначала простых, потом более сложных. Разберем функцию автосуммы. Для того, чтобы нам найти разность столбцов А и Б, нам необходимо с клавиатуры сделать вот соответствующие ячейки, где нам необходимо получить ответ. Ставим равно и пишем ячейка А2 минус ячейка B2. Нажимаем вот, получаем ответ. Применяем функцию автозаполнения. Далее. Для того, чтобы нам сделать сложение, нам необходимо вставить равно. Ставить ячейку Е2, выполнить сложение и прибавить ячейку F2. Выполнить вот. Применить функцию автозаполнения. Для того, чтобы выполнить деление, нам необходимо сделать вот. Написать соответствующую клавишу, поставить слэш и поделить на G2. Применить данный формат ко всем ячейкам. Для того, чтобы нам сделать умножение, нам необходимо ячейку М2 умножить на ячейку М2. Получить ответ, применить функцию автозаполнения. Это были самые часто используемые действия простейшие формулы. Теперь далее. Для того, чтобы возвести число в степень 5, нам необходимо поставить равно, указать ячейку, которой мы хотим задать пятую степень, поставить соответствующий знак и степень. Получается 5. 2 в пятой степени у нас равно 32 и применить ко всем ячейкам. Теперь далее. Понятие автосуммы. Для того, чтобы поставить автосумму, нам необходимо указать столбец, куда мы ее будем ставить. Выбрать ее на панели инструментов. И определить область. То есть сейчас у нас область, предлагаемая Excel, нам она не нужна. Нам нужно задать свою. То есть мы ее задаем. Нажимаем вот. Вот у нас получилась сумма данного столбца. Далее, для того, чтобы нам посчитать сумму ячеек, находящихся в разных плоскостях, ни в одной строке, ни в одном столбце, нам необходимо поставить функцию автосуммы, убрать предлагаемую нам программой и ввести свой диапазон. Для этого нам необходимо зажать Ctrl и показать программе, какие ячейки нам необходимо сложить. После окончания выделенного диапазона мы нажимаем клавишу «Вот» и получаем значение. С вами был Алексей Полянский из Школы успеха. Записывайтесь на наши курсы. Всего доброго, до свидания. Ну все.